Ассаламу алейкум. Беларусь и Казахстан тұрақты байланыстағы елдер. Бұл қарым-қатынас алдағы уақытта жалғаса бермек, біз қазір осы елдің елшісімен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Беларусь тәуелсіз елдер ретінде қарым-қатынасты 1992 жылдан бастап, әсіресе экономикалық байланыстың қарқыны жақсы. Беларусьпен тауар айналымы жөнінен Қазақстан тамада елдер ішінде Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында. Екі елдің арасындағы тауар айналымы 2010 жылы 59 миллион доллар болса, өткен жылы бұл көрсеткіш 492 миллион долларды құрады. Еуразиялық экономикалық аясындағы серіктес елдер 80-ге жуық бірлескен кәсіпорындар ашты. Саламатсыз ба, Елші Мырза? Саламатсыз ба. Рахмет. Құрметті Елші Мырза, бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет айтамын. Біздің елдің араласы өте жақын. Сол енді біздің екі ел туралы біз әңгіме құрайық. Спасибо за предоставленную возможность в этот важный для нас и Казахстана, и Белоруссии год, юбилейный год во многом. Вот высказать свои слова, прежде всего, глубокой признательности за тот высокий уровень нашего сотрудничества, который сегодня мы демонстрируем, наши народы, наши страны, наши руководители, и за ту работу совместную на перспективу, как вы сказали, которая вот сегодня проводится нашими предпринимателями, нашими предприятиями и организациями, а также нашими правительствами во благо вот процветания наших двух государств. Должен сказать, что год действительно очень важный, поскольку это год 25-летия обретения независимости и Казахстаном, и год обретения независимости Белоруссии грядет. И он важен потому, что мы прошли очень сложный путь становления наших государств. Казахстан прошел сложнейший путь формирования своей государственности, формирования своей экономики, формирования своего лица в международном сообществе. Сегодня Казахстан может гордиться тем, что страна признана во всем мире как стабильное государство в Центральной Азии, обеспечивающее региональную стабильность, а также как голос зрелый политический, который Казахстан обрел сегодня уже вот в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, имея уже многое за плечами, как сложившегося вот политического серьезного партнера для многих стран мирового сообщества. О чем я говорю? Конечно же, для Казахстана было не просто принимать решения политические в то время, когда многие страны не могли себе позволить выйти на мирные инициативы. Казахстан объявил мораторий на проведение ядерных испытаний, запретил проведение каких-либо испытаний на полигоне в Семии, принял декларации соответствующие, внес предложение в Организацию Объединенных Наций о безъядерном мире. Я думаю, что это достаточно серьезные вехи для любого государства, как зрелого, политически зрелого, состоявшегося государства. И вот эта миролюбивая политика, она во многом состоялась благодаря инициативам Нурсултана Абишевича Назарбаева. Значит, я вот приведу динамику. 10-15 год, вот за 5 лет товарооборот вырос 3 раза между нашими странами. И дальнейшее экономическое развитие было приостановлено и замедлилось в связи с событиями, которые происходили в мировой экономике. Вы знаете, 2014, 2015 и 2016 год, они не лучшие. Сжалась возможность
у населения, у предпринимателей приобретать товары. Вот между нашими государствами действует вот социально-экономическая программа, рассчитанная на 2009-2016 годы. Но эта программа в этом году завершается. Благодаря этой программе мы сформировали вот те проекты, которые сегодня успешно отрабатывают. И в 2013-м, если был миллиард, мы перешагнули через миллиард, то в 2014-м 1,2 млрд наш товарооборот уже был. И если бы не те события, которые происходили в мировой экономике, я думаю, что эта динамика бы и продолжалась. Я думаю, что так и произойдет в дальнейшем. Потому что в физическом объеме, подчеркиваю, в физическом объеме наш товарооборот не упал. Упали цены на товары во всем мире. Да, действительно, наши президенты, предвидя те события, которые будут происходить в экономике, сделали поручение о подготовке нового плана социально-экономического развития между нашими странами и его подписание в ближайшее время. Я должен сказать, что дорожная карта разрабатывается нашими правительствами каждые 2 года. Она рассматривается, утверждается и контролируется, надо сказать, межправительственной комиссией по сотрудничеству между нашими странами. В этом году по поручению наших президентов состоялось заседание межправительственной комиссии. Я должен сказать, что уже на сегодняшний день подготовлены соглашения в развитии этих новых программ и направлений нашей экономической деятельности в двухсторонних отношениях, которые затрагивают такие сферы, как космос. Это соглашение о мирном использовании космического пространства. Оно согласовано нашими странами. Страны готовы подписать. Но на самом высоком уровне будет рассмотрена процедура подписания этого соглашения. Важнейшая сфера – медиасфера, информационные технологии. Это еще 2 соглашения, которые подготовлены, согласованы и готовы к своему подписанию. Наполнение такими важными вопросами, как взаимодействие органов внутренних дел. Анатолий Иванович, какие еще области вы бы сказали, вот в этой области, например, Казахстан бы еще бы больше преуспело, если бы вот направил бы эти усилия, вот на ваш взгляд? Я рад вам сказать, что Казахстан видит эти направления, где ему нужно добавить. И эти сферы, прежде всего, это цифровой Казахстан, цифровое правительство, цифровая экономика, цифровое социальное развитие общества и каждого гражданина. Вот что нас ждет. Причем не то, чтобы оно нас ждет, оно уже сегодня перед нами. Это наши дети, это наши внуки, которые уже без этого не могут жить. Это другое поколение, которое не может жить без использования IT-технологий. Образование. Вы знаете, есть университет в Казахстане, аграрно-технический университет, который сотрудничает с нашей Академией сельскохозяйственных наук, создала великолепную интерактивную программу обучения, когда преподаватели в Минске или преподаватели в Астане передают знания своим студентам, находящимся вот на расстоянии 3500 километров. Народу наших 2 государств, что вы могли бы пожелать вот к кануну 25-летия? Турсунбек, 25 лет тяжелейшего труда. Такой путь прошел народ Казахстана, добившись тех успехов, которые мы с удовольствием сегодня отмечаем и которым радуемся. Поэтому мое вот огромное желание поздравить народ Казахстана сегодня с 25-летием, с этой важнейшей вехой в развитии страны, в развитии гражданского общества, в развитии каждого гражданина и каждой семьи в Казахстане и пожелать благополучия, устойчивости, мира, процветания всем людям Казахстана. А это очень добрые, очень теплые люди, которых белорусы чтут, уважают, любят, как своих близких братьев. Құрметті Елші Мырза, кездесуіміз өте жақсы болды. Сізге, өміріңізге сәттілік тілеймін. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Көптен көп рахмет. Благодарю вас, Рахмет.